Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре очередной популярный автокомпрессор. Это Solar, фирма Solar Electric. Код товара AR203. Давайте посмотрим на комплектацию. Поставляется он в картоновой упаковке. И характеристики, которые указывает производитель. Напряжение 12 вольт. Допустимое напряжение до 13 вольт. Максимальный ток потребления 14 ампер, мощность 170 Вт, время непрерывной работы компрессора 20 минут. Максимальное давление 10 бар, производительность 37 литров в минуту. Длина кабеля питания 3 метра и длина шланга 1 метр. Далее, что еще важное указывается. Комплектация оснащен высокоточным манометром, надежная сумка высококачественного материала, предохранитель в штекере прикуривателя имеется и комплект сменных насадок. Компания Solar дает гарантию на компрессоры 2 года. Так же самое, как и белоавтокомпрессора. Solar это фирма из Британии. Здесь вот на обратной стороне указан их адрес. Точнее сказать, это Шотландия, ну, Британия. Поставляется компрессор в хорошей сумке, то есть из качественного материала, плотная, красиво, даже не красиво, а ровно сшита, то есть, и внутри еще имеется прокладка мягкая. Сумка очень напоминает сумки от компрессоров Белавто. Сзади липучка для того, чтобы можно было прикрепить в багажнике, чтобы она у вас, чтобы компрессор, допустим, не летал по всему багажнику во время езды. Запирается на пластиковый замок. Вот. Сумка отличного качества. Так, в комплекте идут переходники для накачки лодок и также запасной предохранитель имеется. Инструкция. То есть здесь неисправности возможные, обслуживание и сзади у нас идет гарантийный талон. Гарантия 2 года на компрессоре Solar. Теперь по самому компрессору. Питание от прикуривателя идет. Внутри вот этого штекера располагается предохранитель. Подключение к колесу. Вот такой у нас шланг идет. И с помощью такого винтового, то есть прикручивается, не одевается, защелкивается, а прикручивается к колесу. Материал корпуса. Посередине у нас металл везде, ножки металлические, резиновые такие накладки, чтобы он во время работы вибрировал, то есть устойчиво стоял. Далее пластиковая накладка сбоку у нас идет, но пластик качественный. Сразу вот, если вам видно, могу вам покрутить. Здесь кнопка включения и выключения компрессора. Вверху тоже самая пластиковая накладка, вот эта черная идет. Но здесь у нас также идет металл. На манометре, манометр в резиновой накладке, то есть резина. Ручка для переноски металлическая. Видите, вот размер компрессора я держу в руках. Такой небольшой компрессор. По качеству Solar компрессоры высокого качества. Можно их даже сравнить с компрессорами Белавто, они стоят на одном уровне. Просто у них не такая расширенная линейка, у них в основном вот такие вот небольшие компрессора пускают. Поэтому присмотритесь также во время выбора компрессорам от фирмы Solar. Тоже высокое качество, 2 года гарантии. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.